Всем привет! Это я, Владислав Головченко, и мое новое шоу «Ломаем стереотипы». Здравствуйте, дорогие зрители моего канала. Сегодня мы попробуем разрушить миф, что лучше, свежее филе или грудина куриная. Итак, значит, мы приобрели в магазине за 60 гривен за килограмм грудину, отделили от нее филейное мясо, и осталась косточка средняя. Взвесим эту косточку, чтобы узнать, сколько она весила. Итак, запускаем весы наши электронные. И она весит примерно 100 грамм. Вот, 100 грамм весит косточка. И сейчас мы узнаем приблизительный вес именно мяса, которое отделилось от нее, чтобы узнать разницу, на какой процент. Так, то есть, кидаем ее сюда и взвешиваем. Так, кинули мясо. Так, подсоединяем весы, запускаем. Нули. И у нас получается примерно плюс-минус 510 грамм. Итого 510 грамм свежего филе и 100 грамм это косточка. То есть 1/6. Итого получается, что килограмм стоит 66 гривен. Из них, из килограмма, будет грамм 200. Это самые косточки. То есть намного выгоднее, чем само филе. Филе стоит 100 гривен чистое. Это 66. Выкинем с килограмма где-то приблизительно плюс-минус около 150 грамм. Это будет вот эти кости. Все, то есть выгоднее намного брать филе и отделять самому, потому как отделенное будет стоить в полтора раза дороже. Выводы делать вам, что покупать лучше, что не лучше. Я вам подсказал варианты. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на канал.